Всем привет, пошел снег, так вообще прям красиво стало, опять снова снег, приехал в Кривецкое лесничество, были, сейчас тут, так сказать, Липецкое, Никольское, такое название места, ну что-то посмотрели, никто ничего не ловит, и решили приехать сюда, тут хотя бы половить плотвичку с густеркой, на постановку, можно поискать окуня полазить, ну в общем сейчас будем пробовать ловить, погнали. Еще буду пробовать половить на комбайн. Сделал комбайн. Вот так выглядит. Вот. И поставил вот три крючка. Загрузил. Ставим дайми на червя. А два ближних на опарыш. Так, тычек на опарыша. Поставим побольше пучки. Корка не самодельная, смесь покупной с сечкой. Сделал такую кормушку.
Червяк. Откуда ты, товарищ? Ну и поставим колокольчик. Чё дёрнуло? Ух. Так дёргаешь, аж страшно. Чё там, окунь? Ух, что там, блин. Крупняк, блин. Хотя бы такую. Что, крупнее нету? Платочка мелко, блин, поклевывает. Покрупнее немножко. Ну все, сломалось. Поклевывает. Вело, очень вело. Хотел отвернуться, что-то уже клюнуло. О, ласкарик. Совсем мелко. Ну вот такое. Есть. Ну, хоть неплохая платочка-то. Это ловится какая-то мелочь. Заглотил ты, блин, конечно. Не по-детски. Надо было там, где мы утром приехали, полазить хотя бы. Что? Надо было, где мы утром приехали, хотя бы полазить, посмотреть, что там есть вообще. Да. Там глубины тоже хорошие. И плотва, говорят, хорошая попадается.
Ну, леска, правда, это. Леска 008. Она и там на такие, на то более толстые не клюет, а на более тонкие поклевывает. Перешел в другое место. Куда утром приехали. Ну, уже поймал две неплохих потычки. Что-то неплохое. Потычка еще одна. Аквариум. Вода выступила. И ходит он. Поклевка. Блин. Весь измочился нахер. Была поклевка и просрал поклевку. Кажется, не мелко, но все равно прикольно. Хоть покрупнее, чем там. Все, иду обратно. Сейчас километр два, наверное, где-то по льду пешочком. Вот. Поймал. Тут хоть платычка более-менее нормально. Там мелкая, блин, долбит. Фигня. А тут хоть что-то более-менее. Сейчас посмотрю, что там дядька поймал. И поедем домой.